Пространственная аномалия. Обновление 4.1. Пошел бегать по вашим гребаным сигналам. Привет, зверь. Чего нового расскажешь? Так, у меня больше ничего нету, да? Ага, это он не принял. Здравствуй, как обстановка? Ты чё, Шот? Здоров. Здоров, брат. Брат, братан, братишка. Это вот только это, с краденым покупает, блин. Те и рожа. На говно похоже. Так, а мне пока перекусончик вот этот возьму. Пару аптечек. Так, чё, это нафиг надо, это нафиг надо. Тяжелые. Так, вот этого вына. Или вот это, да? Чё, только вот этого вына из двух. По-моему, это из двух лучше. Зверь, заходи за флягой с водой. Я очистил воду. Ништяк. Ништяк, я жив. Слабый сигнал, проверить указанную точку. Лютый сказал, что они словили еще один сигнал. Нужно проверить, что является его источником. Сейчас проверим. Ребой, вольный сталкер. Я смогу. Почему я не хочу, чтобы это со мной вот это? Эй, мужик, что с тобой? Ты в порядке? Я нормальный, я нормальный. Я выдержу, я смогу. Ты меня слышишь? Нет, этого не будет со мной. Не будет этого со мной. Да отзовись же. Башка, эта фигня вообще полная. Это ребой я. Излучение, чтоб его. Горбун, горбун погиб. Горбун, кто такой горбун? Сталкер, мы вместе отправились на выжигатель. Горбун, я и Лысый. Что вы делали возле выжигателя? Многое не помню. На радаре мы решили сократить путь. Пошли через железо. Как оказалось, там ничуть не безопаснее. В заборе есть дырка. Можно обойти некоторые патрули монолитовцев. Не ты это. Что? Не помню, голос зовет, нужно идти. Я был там, я видел это. Оно залезло ко мне в мозги и говорило со мной. Оно говорило со мной, в голове звучал ужасный голос выжигателя мозги. Выжигателя мозга. Чё, блять? Ужас, ужас, ужас. Не ходи туда, оно станет... Успокойся, дружище, все хорошо, ты уже в безопасности. Шепот. Шепот и скрип детских качелей. Оно в моей голове. Я сам стал чудовищем. Нет, нельзя. Друг, передай Лысому мой артефакт. Это все, что я нашел там. Когда оно влезло мне в голову, Лысый передаст это моей жене, моему сыну. Это компенсирует им. Что компенсирует? Предсмертная просьба найти сталкера Лысого и поведать ему о судьбе Рябова. Перед смертью Рябой попросил мне передать артефакт, что он мне дал какому-то сталкеру с кличкой Лысый. Нужно исполнить его последнюю просьбу, хотя можно и для себя артефакт привлечь. Зверь, в подземелье творится что-то странное.
Зайди ко мне. Да вы задрали. Справка. Вот так бы всегда. Последнее послание. Поговорить с генералом Таченко. Генерал Таченко писал сообщение, что хочет поговорить со мной. Да. Блять, на этом моменте я не помню. Либо это у него кукуха поехала, и он перебил всех, потому что ему жрать было нечего. Либо... Эй, наемник, дай воды. Не могу больше. Дай воды попить. Водички дай. Что за хрень? Я не могу подойти тебе. Меня отбрасывает назад. Что тут произошло? Аномалия, судя по всему, только поменьше. Я не могу выбраться отсюда. Запасы еды и воды уже вышли. А ребята... Один пропал, надеюсь, он таки смог выбраться из этой чертовой ловушки. А остальные, это полковник, похоже, сошел с ума. Ребят, пострелял себе пулю в лоб. Вот я и остался один. Погоди, я был у вас недавно, и все было нормально. Ты мне только что сообщение сбросил. Как все это могло так быстро произойти? Недавно? Почти неделя прошла с того момента, как я отправил сообщение. Я и потом с кем-нибудь связаться пытался, но не мог. КПК отказывался отправлять сообщение. Почти неделя? Да какого хрена в этой чертовой зоне происходит? Как такое возможно? Что здесь творится вообще? Сейчас это уже интересует меня меньше всего. Уходи отсюда, наемник. Дай побыть одному. Прощай, генерал. Черт, аномалия не перестает меня удивлять. Да ёб твою мать. Покинуть подземелье. Группа генерала. Вообще, да, я её смотреть не забираю. Вопрос, чтобы я покинул подземелье, нужно сделать это. Наемник, ну где ты там ходишь? Надоело уже ждать тебя. Иди ко мне. Надоело ждать тебя. Так иди нахер, блядь. Жду. Что ты тут? Неужели наконец-то удастся покинуть эту гребаную аномалию? Наемник, ты где был-то? Я уже устал тебя ждать здесь один. А где все остальные? Вышли из аномалии уже, а я вот тебя стою жду. Ты что-то о долговцев здешних говорил. Они выходить из аномалии собираются? Долговцы мертвы. Куда нас увидят этот выход из аномалии? Но пусть земля им будет пухом. Куда нас выведет аномалия, я и сам не знаю. Ладно, ты как вообще готов к перемещению? Да, давай уже наконец-то покинем этот чертов пузырь. Значит так, предупреждаю сразу. После того, какого долгого перемещения, есть вероятность потерять сознание. Это я так, на всякий случай сказал. Нужно ко всему быть готовым. Сейчас слушай, идти нужно ровно за мной. Не отходи ни на шаг, понял? Понял, пойдем уже. Только хабара здесь оставил. Ну ладно. Вот и наступил тот момент, когда мы покинули аномалию. Но сюрпризы на этом не закончились. Что за черт? Что я делаю в клетке? Ты слышишь меня? Я попытаюсь поговорить с главой на базе. Они освободят тебя. Просто погоди и не делай глупостей. Увидимся позже. Лютый вон сталкер.
Нормально так. В плену поговорить с пленными. Ну типа я слушаю. Кривой бандит. Это кто? Шмыга. Чё надо, синий? Я кемадить собирался, а ты тут нарисовался. Выспишься еще? Лучше скажи, как долго я здесь и что это за место вообще? Ты чё буровишь? Или тебе сталкерня башку нахрен отбила? Дело в том, что не помню, как я здесь оказался. Малой мне шлепнул, что ты вместе с этой сталкерней из пузыря выбрался. Не, ну поздравляю, сменил одну клетку на другую. Короче, объясняю для тугих. Сейчас ты на заставе. На сталкеряческой базе. Ты ни часа больше, не ссы, ничего интересного не пропустил. А какого хрена я в клетке? Не подфартило тебе, и как нам с братком впрочем. Ставрит много я тебе слышал. Вот он и поселил тебя в лучший номер, что здесь имеется. Что еще за ставрит? Он типа главный в этом лагере. Сука редкая. Еще успеешь с ним побазарить. Пока вали лучше спать, а то ты меня своими расспросами заколебал уже. Ладно, все равно придется ждать к утру. Может, лютому удастся договориться с этим ставридом. Ага, удачи тебе с этим. Ладно, бой. Блин, ну, лечь спать. Куда? Лег спать. Блин, надо дождаться действия от лютого. Ага. Чё, эти петушки не разговаривают со мной? Есть разговор. Химик. Слушай внимательно, наемник. Не буду повторять два раза. Ставрит отпускает тебя. Но сделаешь малейшую глупость, ответишь за нее по всей строгости. Сечешь? Вас понял, гражданин начальник. Могу я получить обратно свое снаряжение? Да, конечно. Вот все, что было при тебе, держи. Понял. Где группа, с которой я прибыл? Да кто где? Часть на базе, часть еще вчера с проводником заставу покинула. И еще один, Маркус, который вообще пропал куда-то. Этот лютый ваш сказал, что он вроде как с аномалии и не вышел. Но ты об этом с ним лично поговори. Может, я и напутал что-то, да еще кое-что. Ты это, сходи со Ставридом поговори, у него к тебе серьезный разговор имеется. Ладно, выпускай меня. Так. Эти олухи посадили меня в одну клетку с бандитами. Подумали, что я могу быть опасен. Да, вроде как я выбрался из аномалии, но мне не стало легче. Столько довелось повидать за то время, стольких друзей потерять. Охранник еще сказал, что Маркус не выбрался. Но почему? Куда он пропал? Стоит поговорить об этом с лютым. Скорее всего, это последняя запись в блокнот. Больше я о своих переживаниях не хочу рассказывать. Даже на бумаге. Не знаю, как я буду жить дальше. Такое чувство, что я умер внутри. Так, это те вот делбики. Так, тут что? Просто ничего. Ага, наконец-то хоть кто-то. Техники и прочее. Лысый, чего ты хочешь, наемник? Я не в настроении говорить. Ты лысый, мне нужно с тобой поговорить. Ну, я, что с того? Ерибой попросил меня найти тебя, передать этот артефакт. Ерибой? Черт, что с ним? Так он все-таки жив? Нет, он был не в себе и покончил с собой. Он был в очень плохом состоянии, ничего не соображал. Нет, 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 с ним был еще кто-то. Нет, он был один. Он все бредил про выжигателей, какого-то горбуна. Потом попросил отдать тебе артефакт. Он сказал, что ты передал этот артефакт его жене. Это моя вина. Это из-за меня погиб горбун. А Рибому досталось. Самый тяжелый момент я их предал и сбежал. Расскажи подробнее, что произошло. Я... Та-та-та, назад уже... Так, понятно. Все, че, отдал я, да, артефакт. Ну и хер с ним.
Дай пять? В смысле... Наконец-то тебя выпустили, зверь. Ну и упертым этот ставрит оказался. Но все же мне удалось ему объяснить суть сложившейся ситуации. Как себя чувствуешь? В целом неплохо. Мне тут охранник сказал, что Маркус так и не выбрался из аномалии. Как так получилось? Да это так. Просто мы с тобой никак связаться не могли. А лесник торопил всех. Вот он и решил сходить поискать тебя. Видимо, не нашел. Обе все хорошо с ним было. Оставаться одному в том месте так и свихнуться недолго. Будем надеяться, что лесник по прибытию в Железо координаты выхода в ту зону отправит, а Маркус поймает их. Вот так ситуация. Будем надеяться, что он сможет выбраться. Эх, ладно, кто-то кроме тебя с группы остался на заставе. Нет, все еще вчера ушли с проводником из заставы, но их не стоит винить за это. Не удивлюсь, если после пережитого они решат покинуть зоны. Понял, но у тебя какие планы на будущее? В ближайшее время я не собираюсь никуда уходить. Решил остаться, пока на заставе, забыть обо всем, чтобы сейчас пережить внутри этой чертовой аномалии. Ой, блядь, пиздёж, ну. Здоров, новенький, пишет, хочешь или как? Спутин, включи радио. Готово, что голова от моих песен разболелась. Конечно, достала твоя параша. Так, второй этаж к ремонтнику. Неохота мне с тобой болтать. Ну и не болтай. С чем пожаловал? Значит так, слушай меня внимательно, наемник. Я наслышан на твоих подвигах, и поэтому не вздумай глупость какую-то совершить. Больше поблажек не будет, ты меня понял? Не беспокойся, после пережитого пузыря я решил покончить со своим прошлым. Устал я от всего этого. Ладно, как себя чувствуешь? Загорелым и отдохнувшим. У вас в обезьяннике прям как на курорте. Ты прости за то, что в клетку тебя заперли. Сам понимаешь, было за что. Люд поручился за тебя и рассказал, как ты помогал сталкерам в этой чертовой аномалии. У нас, конечно, дела идут и так неплохо, но помощь такого человека, как ты, нам бы не помешала. Тем более, что ты мне и моим ребятам жизнью обязан. Из лап бандитов вас вытащили. Понятно, ладно, рассказывай, что там у тебя. Очень неприятная вещь произошла, как раз за день до того, как вы объявились. Короче, один сталкер убил другого, перерезал ему горло. Они повздорили, морду друг друга бить начали. А после хромого мы нашли мертвым, а его друг левша куда-то пропал. Нужно найти и наказать его. Где его искать? Недалеко. Хорошо. Я найду его. Два друга найти и убить левшу. Пространственная аномалия. Обновление 4.1.